Ну ничего нет. Когда-то раньше здесь были осколки древней греческой мозаики. Сейчас, походу, реставрируют что-то, реконструируют. Все забито, все закрыто. Показать ничего. Вот такая красивая аллейка. Несколько входов. Стороны. И целая толпа туристов, загадывающих желания под колоколом. Толку оно не сбывается. Или желание такое, либо колокол просроченный. Вроде желание нетрудное, но колокол его не захотел исполнить. Ну, может, у кого-то исполнится. Вот и море. Сразу запах такой, вкус. Народ тут похож на берег, похоже. Каждое свое посещение Крыма не посещали в смысле. Thank you.
виду, наверное, встает очередь. Пробую загадать еще одно желание. Все то же самое. А вдруг колокол не дослышал? Надо еще раз ему повторить. Он слушает, всех слушает, она мне уши закрывает. Когда-то здесь был пляж, сейчас здесь купаться запрещено. Запах, конечно, нереальный. Так, это что-то атака. Мне с ним чек колонок буду закрывать. Да не, я бы вас размещу. Я просто... Послушать что-нибудь. Когда вскрывали плиты, на некоторых были обнаружены древние изображения. Эти плиты были сняты с много богатого звук не глушить. Те, кто слышал, понял. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? И что-то там еще. Желающих загадать желание.
стало меньше. Ну, попробуем еще раз. Потом я скажу, исполнилось оно или нет. Короче, желание тут, походу, возле этого колокола до ночи загадывать. Когда к нему нет такой очереди желающих фоткаться. Сейчас походим, побродим. Может быть, очередь станет меньше. Или это мне подсказывает, что это желание все-таки загадать. Либо это подсказка загадать другое желание. Либо это намек на то, что колокол все слышал. Просто пока ничего не может сделать. Суеверие все, конечно. Люди верят. Пускай верят. Вера – это святое чувство. Нужно дождаться, когда колокол освободится, чтобы он меня услышал. А мы пока на море полюбуемся. Вот оно какое. Море. Скалы. Страшно вам? А мне нет. Экстремал, наверное, я все-таки. Вот так вот над пропастью ходить. Ну, если не собираешься бросаться, это вовсе не страшно. Пойдем еще сходим вон в ту беседочку. Вон она. Там произошло крещение Руси. Да-да, тот самый князь Владимир крестил здесь Русь. Произошло это, не помню в каком году, но помню месяц. По-моему, в конце июля. Как-то довелось мне попасть сюда на праздник крещения Руси. О, а яхточек стало уже больше. И народу. И колокол стало даже больше. Вот почему в Херсонесе всегда как в пустыне какой-то. Здесь, походу, только верблюдов не хватает. Жара есть. Песка сколько угодно. Самое, наверное, жаркое место в городе. Потому что здесь нет никаких деревьев. Те кусты. Там ежевика росла. Вот она.
Да, беседочка. Называется крещальня. Вот. Я хотела сказать как-то так, потом побоялась, что на самом деле это все не так называется. Вот здесь и крестили Русь. Вот оно, святое место. Для всей Руси. И для России в частности. Ну, в дебри рощи мы сегодня не пойдем. Смотрю, колокол все занят. Придется его просто брать. Ладно, пойдем снова к нему. Посмотрим, что на этот раз получится. О, чуть не забыла еще одно место показать. Центр Земли. Вот он. Центр Земли. Говорят, здесь можно подпитываться космической энергией. Я не полезу. Вдруг еще в космос заберут. Удалось пройти. Но надо там задержаться и сосредоточиться. Но самое главное, я пришла. Ребята, получилось. Я думаю, что он меня все-таки услышал. Желание немножко другое. Современное. С учетом сложившихся обстоятельств. Ну ничего плохого. Все хорошо. Ладно. Будем выбираться из Херсонеса. Покажу еще вам красивый отель, который возле Херсонеса. Не прощаемся. О. А это что за растение? А, это плющ. Ну все, выходим отсюда, встретимся по дороге.